А нам статус университета чи института? А скажите, у меня такой вопрос к вам. Правда, что у вас был третий уровень аккредитации, а сейчас, ну, а у... Четвертый. Вы были в университете. Вы были в университете. Ну хорошо, у меня тогда другой вопрос. А есть кто против разъединения? Да, будьте добры. О, сепаратист. Никто не удивлен. К сожалению, знаю. Я кафедра клинической географии, краеведения и туризма. Всю свою жизнь изучаю город, очень хорошо его знаю, болею за него и ставлю во главу угла, прежде всего, тот определенный аспект, который, конечно, закладывался в объединительном процессе. Я скажу, может быть, немножко абсурдную фразу, но сторонником объединения я еще был с 2002 года, когда этот процесс вообще не начинался как таковой. То есть в определенных кругах какие-то определенные мысли уже возникали, что, наверное, развитие – это шажок вверх, это ступенька вверх. Это совершенствование, то, которое закладывается в новом, прежде всего. Это и самое главное и является в этом все. Если же мы говорим о сегодняшних проблемах, так это правильно абсолютно. После объединения увеличилась бюрократия. Прекрасно. Это такая штука, которую только увеличивается, мы все знаем, ступеньки перехода там, различных указов, там, документов, документоводства и так далее и тому подобное. Получить командировку, вот в Нигере там жаловались, то же самое сложнее стало и так дальше. Определенные какие-то неудобства и невозможность решить вопросы экономического характера. Почему у нас действительно нет ремонтов, нет закупок компьютеров на сегодняшний день? Ведь не одобрена база, мы делаем ремонты фактически за свой счет. Это неправильный процесс и неправильно. Но есть один важный момент. Мы все с вами периодически в своих квартирах делаем ремонт. Поэтому отношение к процессу разъединяться, объединяться, это как к пониманию того, что может быть что-то нужно самим сделать для того, чтобы получить новый продукт. Или может быть не сделано достаточно того, что можно было сделать. Ведь вопрос кардинальный и один, единственный. А все озвученные проблемы выступавшими на сегодняшний день, являются ли они из разряда нерешаемых? Решаемые все вопросы. Есть вопросы законодательной базы. Они присутствуют, но при этом есть процедура выхода с предложениями по модернизации различных законов, внесения изменений и так далее. Это так работает вообще очень многие аспекты, связанные с экономикой. Мы прекрасно знаем, сейчас разрабатываем целое направление промышленного туризма и сами вносили уже эти изменения, предложения изменения в закон про туризм и еще ряд постановлений. Это все решаемые вещи. Просто нужно понимать, видеть зачем, а задача и цель. Главное, это развитие. И причем не сегодняшним днем, а стратегическое развитие. И мы прекрасно знаем, что такая программа стратегического развития есть как в городе, так и в Днепропетровской области. Кроме этого, есть еще одни угрозы. Давайте проведем такой себе свод-анализ. Ведь он не проведен. Для того, чтобы отвечать на данные поставленные вопросы сегодня здесь, не проведен такой анализ. Это мы просто с вами собираемся, высказываем мнение по этому вопросу. Но исследование действительно состояния дела, ключевых проблем, как их решать и как нужно двигаться в этом направлении, не сделано при этом. Как мы можем отвечать на такой глобальный вопрос к сегодняшней ситуации? А никак. Просто это мыльная опера, не более того. Нужно провести первое. Это действительно серьезный самоанализ состояния развития Криворожского национального университета. Вторая угроза, очень сильная. Потеря действительно четвертого уровня аккредитации. Мы знаем, там есть в законах о высшем образовании постановление. Наличие кандидатского совета по защите кандидатской диссертации, докторского совета, определенного количества процентов докторов наук. Да возьмите же просто проценты, посчитайте. Это угроза, прямая потеря четвертого уровня аккредитации. Третий момент.
Педагогический институт на сегодняшний день имеет такие специальности, которые идут вразрез специфики. Это туризм, это программирование, это ландшафтный дизайн. И тогда возникает вопрос о целесообразности данного. То есть мы откатываемся назад. Является ли разъединение действительно шагом вперед? Ведь любое разрушение – это не созидание. Работать на созидание, наверное, главная концептуальная задача. Я говорю, может быть, не о конкретных вещах, что-то как-то нужно делать. Эти вещи решаются в рабочем порядке, их нужно решать. Если что-то у руководства не получается, нужно входить в это руководство, менять и работать на улучшение качества. Прежде всего, сепаратист хочет объединяться. Еще один момент, который я бы хотел обратить ваше внимание, что все-таки есть еще позиция государства в этих вопросах. Как смотрит Министерство образования и науки на эту ситуацию? Мы говорим о световом досвиде, о крупных университетах, а сами разбиваемся. Так это же нелогично. Просто элементарная логика отсутствует. Почему мы не хотим видеть моменты, которые не приносили бы плоды? Кабы 3 года мы занимались бы действительно строительством этого, и ничего еще не потеряно. Как можно осуждать ребенка в 3 года? Это срок национальному университету. Мы ребенка в 3 года, мы все педагоги. Мы можем максимум поставить в угол, поругать. Давайте сами себя поругаем, давайте поругаем руководство. Но мы не должны отказываться от идеи национального университета. И истина простая. Уйти от демагогии. Видеть цель, видеть силу, волю и разум. И двигаться в этом направлении. Есть еще много различных аспектов. Я хочу еще обратить внимание. Мы собрали здесь с вами преподавательский состав в основном. Я не вижу так особо работников и других структурных подразделений. Но я бы хотел спросить Алла Степановна. Ну все, извиняюсь, да. Я просто сейчас немножко в эмоциях. Я хочу спросить Алла Степановна, кафедра социологии. Скажите, пожалуйста, но ведь прежде чем что-то делать с таким структурным подразделением, как пединститут, вообще там экономический, педагогический, металлургический, в целом национальный, но ведь не мы главное в университете, а студенты. А каково отношение студентов к этому всему? Ну только так рассказать нужно полностью, показавши все плюсы и минуса прежде всего. А так мы, такое ощущение, что мы работаем только на минус, мы работаем на разрушение. Я не считаю, что действительно создание национального университета это было абракадабра. Несоединяемые вещи. Ну, вы знаете, как все можно, в принципе, сотрудничать, в плане сотрудничать. Никто же вам не навязывает, например, ну, я не знаю, на хореографии изучать горное дело. Ну, у каждого своя специфика, свое направление. Но это тоже один из аспектов, которые нужно и, в принципе, решать. Дмитрий, можно вам вопрос? Вы очень правильно сказали, в принципе, за квартиру. А вам не напоминает сейчас это коммунальную квартиру? А я, насколько помню, Советский Союз, потом все коммунальщики переходили в одно крупное красивое помещение, строились новые дома и происходила ротация домов. А все коммуналки были постепенно разрушены. Так вот, я и предлагаю уйти от коммуналки и двигаться к новому совершенно учреждению. Правильно. Каждый переходил в собственную квартиру. Заметьте, не переходил в другую коммунальную, а переходил в каждую собственную. Ну тогда, если мы так с вами будем рассуждать, тогда мы будем, ну, с вами, наверное, будем рассуждать. А кто-то проводил исследование, вы говорили, что нужно провести исследование разъединения, а кто-то проводил исследование объединения. А это одна тоже из причин вот сегодняшнего конфликта. И действительно, это нужно было делать еще тогда. Мне не нужно было, я объяснил почему. Потому что я был еще сторонником объединения до того, как вообще возникла данная идея. Поэтому я спокойно воспринимал начало, но хотелось одного и очень большого, чтобы это детище попало в разумные, мудрые руки. И так, чтобы можно было дальше работать. Может быть, я говорю несколько идеалистически в этом ототношении, но я считаю, что идея гораздо важнее очень многих. Скажите, разве не было разрушением то, что был самодостаточный академический вуз? Самостоятельно работающие, имеющие историю, и вдруг его берут и разрушают, объединяя с другим людям. Мы не находимся в состоянии разрушения. Почему что-то разрушили? Мы перешли просто в новое качество. Это качество нужно субъекту определенного комплекса. Мы двигаемся в новую систему, мы элемент этой системы. Или тогда мы эту систему...
почему просто размышляем, но почему у нас есть возможность. Вы самостоятельны или вы попадаете под чьё-то влияние? Вот сейчас вы ставите вопрос провокационного характера. Нет, если мы работаем в одном учебном заведении, мы не должны разделяться на ваших, на наших. Это какие-то субъективные такие межличностные контакты. Есть одна цель, и нужно на нее работать. Все очень просто. Спасибо. Давайте только повыше, теперь как-то так послушаем. Значить ефективний. Великий не значить хороший. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що ми маємо 700-тисячне місто величезне. І фактично об'єднанням створилася монополія. У нас така традиція в місті створювати монополії. Монополії на житлово-комунальні послуги. Ми отримали якісні, гріємось. Таку саму ми отримуємо і освіту, маючи монополію. Коли давайте разом для того, щоб врятуватися. Від чого врятуватися, шановні? У нас був нормальний педагогічний університет. Якщо в когось були проблеми, ну це їхні проблеми, власне кажучи. Я хочу сказати, що педагогічний університет самодостатній. І він знає, як вирішувати такі задачі, які стоять. Слава Богу, 80 років він цим займався. Нас не потрібно рятувати ні від чого. Навпаки, сьогодні нам потрібно з вами рятувати освіту середню. Тому що ми бачимо, як з року в рік уже катастрофічно за 3 останні роки по експоненті падає рівень освіти. Коли першокурсників ми беремо, вони елементарних знань не мають. Скоро читати і писати не будуть вміти. І ми маємо вирішувати цю задачу. І звичайно, що для цього потрібен педагогічний вуз. У нас в Дніпропетровській області більше педагогічних вузів немає. Я скажу так, що я не був причетний до педагогіки і досить скептично ставився до педагогічних вузів. Ну, на жаль, так складалися обставини, що, можливо, для найкращих педагогів потрапляли випускники. Але 7 років працюючи в цьому колективі, я маю можливість оцінити його потенціал, його можливості. І я можу сказати, що ми можемо вирішувати ті задачі, які є, які стоять сьогодні перед освітою. Ми знаємо, як її вирішувати. Тільки не потрібно цьому трудовому колективу, педагогічного університету, заважати це робити. Не потрібно нас зводити в якісь колгоспи. І ми спокійно, нормально ці проблеми вирішимо. А що там буде? Профільна освіта чи якісь інші? 12 чи 11 річні? Це не є проблема. Головне, ми можемо готувати нормальних вчителів, але для цього нам потрібна інтеграція школи.
Вот. Це, на жаль, ми така проблема, раз ми вже обговорюємо. У нас відділ освіти окремо, власне кажучи, школи окремо, а педагогічний інститут окремо. Це має бути єдиний комплекс, принаймні в місті, де ми працюємо, де наші студенти мають з 3-4 курсу бути в школі, а не на парах, а тут десь якихось інших. Так само і кафедри мають бути наблизитися до цієї школи, для того, щоб була належна практика, належна взаємодія, належний контроль і науковців, і викладачів, і таке інше. Тобто, таке бачення, я з багатьма колегами говорив, також є нашого розвитку. Я думаю, що нам можуть тут допомогти. Дякую. Є ще всім просьба, у мене 5 часов ще з академічним університетом зустріч. Давайте так кратко і хотіли сказати. Валентина Іванівна, доцент кафедри фізичної культури та методики викладання. Я согласна з Володимиром Леонідовичем, що нам треба розвиватися. І на момент об'єднання ми вже давно виросли з своїх коротких штанішек. І пам'ятаєте, як було? Коли нас літом визвали сюди, а ми говорили, як це буде? А буде так, ми всі троє з'єдніться, тоді ще економічний стояв, і ми будемо цілими, одно. А вийшло зовсім не так. Когда я спрашиваю, как вы называетесь, они говорят, вот, а мы называемся Криворужский национальный университет, а мы как называемся? Мы потеряли свою, знаете, вот... Идентичность. Свою, да, мы потеряли свой, ну не знаю, статус, свои какой-то вот, это, вот эти финансовые вопросы, получение инвентаря, там все. Они говорят, мы получим и вам дадим. Ну как это? Мы один кафедра, у нас один план, у нас свои студенты, и мы будем ходить. Наконец-то пару недель назад, заведующий нас обрадовал, наконец-то нам что-то дадут. Коллеги объездили спортмагазины, нашли, сложили, и в итоге ничего. Я не знаю, кто-то красит, а мы будем мячи покупать за свои деньги. Я не знаю, разве это дело? Я честно говоря, совершенно против. То, что мы планируем... А вот эти две смены. Вы только подумайте, разве можно вообще интеллектуально развиваться в 7.30? А решать математику, новые проблемы в 17 часов. 17 часов. Вы помните наши мечты? Вы помните наши мечты? Ярослав Владимирович говорил, мы мост построим через дорогу и будем туда ходить. И что за три года? Что мы получили? Я сюда шла и думаю, столько много минусов было, а где хоть один плюс? Я даже плюса ни одного-то не услышала. О чем вообще говорил? Минуса много, плюса нет. Я не поняла ни одного плюса, что так активно говорил Владимир Леонидович. Про развитие. Ну как раз развитие не происходит. Мы действительно стали, как знаете, факультетом. Как факультетом при фонда. У нас нет самостоятельности. Поэтому единственное решение для того, чтобы мы вышли... Вообще, как можно объединять? Физика, лирика, вот правильно сказали, да, оно несовместимо совершенно. Вот. Поэтому однозначно мы должны быть сами, со своим лицом, а не с ними. Спасибо. Шановна громада, шановний Борис Михайлович, ну, нам так довелось в Дніпропетровській області жити в епоху змін, а головне бути жертвами експериментів. Таких експериментів, ну, один із них перед вами. Другий, всі ми відчуваємо теж дуже добре, це експерименти в галузі медицини. Ну, мабуть, ми вчили погано в школі тих, хто далі вчив медичних працівників, які реорганізовували, реформували ту медицину, зокрема. Тому, говорячи про історію створення Криворізького національного університету, я спеціально взяла постанови конференції нашого трудового колективу, які визначали саме ось цю процедуру. Ну, зокрема, ось постанова конференції 27 січня 2011 року, де чітко сказано, на яких саме засадах Криворізький державний педагогічний університет погоджується увійти, стати співзасновником, не увійти до складу, а стати співзасновником цього ось такого об'єднаного навчального закладу. І, зокрема, передбачався університет дослідницького типу, зокрема, передбачався регіональний багатопрофільний вищий навчальний заклад, в процесі створення якого потім десь поділася технологічна чи технічна чи політехнічна складова, і з'явились факультети загального підпорядкування, і з'явились інститути, які мали згідно статуту нового закладу, ну, приблизно такий же рівень, що, звичайно, ну, викликало відчуття якоїсь певної меншовартості, хоча тут присутній колектив, він, звичайно, і ціну собі знає, і довів те, що він, ну, не може виступати як другорядний якийсь заклад. Якщо говорити про те, що...